В Карачаево-Черкесии и ее столице с каждым годом увеличивается количество социально значимых объектов, доступных для посещения маломобильными гражданами. Впрочем, куда больше организаций и мест массового пребывания, которые пока никак не приспособлены для слабовидящих и тех, кто передвигается на инвалидной коляске. Вместе с ними и общественниками по улицам Черкесска прошел наш корреспондент Артур Мхце. Это чтоб вот проще было людям. Не знаю, насколько проще это, чтобы... Такие деньги потрачены на это здание, вообще на весь этот комплекс. И что это был за проект и кто его согласовал? Так выглядит спуск с инвалидной коляской по неправильно установленному пандусу. Сажать в средства передвижения человека и рисковать его здоровьем общественники не стали. Представители регионального народного фронта проверили доступность ряда социально значимых объектов для маломобильных граждан. Увы, подавляющее большинство таких зданий в республиканской столице не соответствуют требованиям. Многие объекты, можно сказать, нулевая доступность. Вот, если есть пандусы, то они не соответствуют. Сделаны чисто вот, ну, потому что они должны быть, да. Вот, если поликлиники, люди, да, могут вовнутрь зайти, обратно тоже проблема. Где-то отсутствуют кнопки вызова. Вот, вроде как есть все, но оно даже не работает. По словам руководителя региональной организации общества инвалидов, недоступны для маломобильных ни железнодорожный вокзал, ни бюро медико-социальной экспертизы. В первый невозможно попасть, не работает кнопка вызова, до второго не добраться. Хотя в самом здании есть все необходимое, но человеку с инвалидностью дойти до него пешком – что-то из области фантастики. Проверили эксперты и общественный транспорт. Не так давно республиканский центр получил в распоряжение несколько десятков новых автобусов, приспособленных в том числе для маломобильных пассажиров. Однако и здесь преодолеть с коляской путь до транспорта и сесть в него – не одно и то же. Хотя стоит признать, средства оповещения водителя и устройства работают как надо. Если вы решили, что зрение или слух вас обманули, это не так. До недавнего времени этот светофор в центральной части Черкесска работал именно в таком режиме, вводя в заблуждение пешеходов. Татьяна Сорокина – инвалид по зрению. Она на собственном опыте знает, что переходить здесь дорогу на звуковой сигнал небезопасно. Вот сейчас мы наблюдаем, как работает светофор на этом пешеходном переходе. И практически вводит звуковым сигналом пешеходов в заблуждение. Можно, даже не будучи слабовидящим, выйти на проезжую часть, и вы видите, какой здесь трафик. Просто люди, даже водители, не успеют затормозить. К слову, после публикации общественниками видео с этого пешеходного перехода проблему удалось оперативно устранить. Но сколько в городе участков, где также необходимо обеспечить безопасность для передвижения людей с инвалидностью? Если я иду, допустим, по Первомайской, по тротуару, который плиткой выложен, мне помогает то, что там вот эти здания, они идут вдоль, и можно ориентироваться по ним и по этой плитке. Единственное, немножко плохо то, что ливневые вот эти выступы, они бывают внезапно. Конечно, когда у человека есть трости, он даже зрячий бывает там, спотыкается, может упасть. Для инвалидов по зрению неровность – это ориентир. Через дорогу перейти практически достаточно просто. Ну вот здесь по Международной 1 практически, уже сколько мы просим, я надеюсь, что все-таки этот вопрос решится. А здесь основная точка – это вот библиотека, тут же есть база «Держава», инвалиды, так как они живут в этом микрорайоне, практически постоянно сюда ходят. Практически, ну, недоступно, потому что они или попадают на проезжую часть Партизанской улицы, или уходят влево. Как нам сообщили в республиканской прокуратуре, от жителей Черкесска не поступало жалоб на недоступность для посещения тех или иных объектов. В ряде районных многофункциональных центров такие нарушения были выявлены. Прокурорами ведется постоянная работа по защите и восстановлению прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ходе надзорных мероприятий, проведенных прокурорами, были выявлены нарушения, связанные с необеспечением доступа лицам с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной инфраструктуры. В то же время в региональном обществе слепых готовы предоставить надзорным ведомствам людей, которые помогут сделать город доступным для всех категорий. Артур Мхце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.